Итак, дорогие друзья, всем большой-большой привет. Приглашаем вас на стадион Центральный. Здесь сегодня нас встречает МЛБ Первая Лига. Первый матч 23-го тура этого дня, понедельника. И сегодня Черноморец на своем поле принимает Ярославский Шинник. И Данил Курченко будет, скорее всего, играть на левом фланге нападения. Итак, поехали, дорогие друзья. Черноморец-Шинник. Матч начался. Первая лига нас встречает. Ну ладно, сейчас смотрим за атакой новороссийцев. Подача с правого фланга. Добня спасает. Добня. Где там еще добивание? Вот оно добивание. Наконец-то мы увидели первый 100% момент в этом матче. Долго нам пришлось ждать. Аж 31 минуту. Подача справа от Голубева. Удар по воротам. Красота какая. Сентрик Гогуа. Как в старые добрые времена. Тамбовский едва не забивает ударом головой. Мяч от перекладины. И зашел за линию ворот. Это было видно и в динамике. Но, конечно, повтор мы глянем. По моментам счет 1-1 становится. Но у Шинника момент посочнее будет. Итак, Гараев навешивает. Гогуа мяч выбивает. И дальний удар по воротам. Опаснейший удар получается. Данил Гурченко напомнил свое существование. Вот принимает мяч Гурченко. Слева бьет по воротам. Кстати, мяч в девяточку летел. Это же сейф Александра Добни. Сейф, как нельзя кстати. Кузнецов еще выступал за Шинник, когда команда вылетела вторую дивизию. Подача, удар по воротам 1-0. Черноморец выходит вперед в этом матче. Забивает у нас Антон Антонов. Повергает в экстаз местную публику. Трибуны в восторге. На стадионе Центральный. Невероятная атмосфера здесь в Новороссийске. Сложно произнесли имя и фамилию автора гола. Да, здесь стандарт. Гараев подавал с правого фланга. Скидка головой. Еще скидочка от Анны Чичинадзе. Чичинадзе нас записывает освещен голевую передачу. Умеет вытащить в одиночку. Но пока Пудачев является вторым. Удар издалека в исполнении Полякова. На нашем стадионе пройдет седьмого. Так что никуда не отключаемся. Наши эксперты поговорят про эту встречу. Ну и у нас 1-0, победа черноморца. Единственный гол забил седьмой номер Антон Антонов после подачи с углового. Вот так черноморец при самой яркой игре добывает 3 очка. И в ситуации черноморца самое главное, это, конечно, не качество игры, а именно счет